Привет всем, дорогие подписчики! Помните, я где-то 3 дня назад показывал очень интересный ролик, где НЛО и множество вертолетов военных окружили его. Вот этот корабль был замечен недавно, где-то 2 дня назад, в одном прекрасном месте по названию Болгария. То, что он летел, это очень интересно. Вы увидите его масштаб, вы увидите, как работают его двигатели. Я специально вам увеличу это. Но суть не в этом, дорогие зрители. Суть его масштабность просто огромная. Он не скрывает себя, он летит куда-то в сторону Европы. Он такой огромный, что его, наверное, все видели уже. И он именно передвигается в тех местах, где множество, знаете, ну, специально вот плохая погода, или там туман, или облака. Я не знаю, может, он даже и не хочет себя скрывать. Вы сейчас увидите настоящий ролик, дорогие друзья. И когда вы увидите, вы поставите лайк, ну и кто-нибудь подпишется. Смотрим.